Лол, блядь, половинка. Солдаты спят, а служба идет, блядь. Арены идут. Сейчас я подекаблю. Ну ты поднимай там свою роту. Пускай к нам РС подтягивается, блядь, одно место. Амин, ты тут? Подходишь к чувачку. У тебя кто из спинов, блядь, есть, сука. АДК есть такой? Подождите, помолчите, пожалуйста. Знаете же, блядь, АДК есть! Чё, блядь? Ага, слышь, мышечки. У тебя есть АДК? Ой, кот, да? Ты говорил про кота, да? Можешь его зайти? Хорошо, зайди. Давай, спасибо. Если бы не ты, это было бы уже ПО. Поставьте шкаф, пожалуйста. А, АДК ты нашел, да? Или это Фрост, сука? Это Паладин. Есть у кого? Сейчас еще лут упадет, кольчуга нахуй, латы нахуй липало, блять, и чешка на танка, сука. Смотрите, никто на прошлом трае не упал, кроме букв. Ну, блядь, куда? Почему-то мы до Бирса довели. ВПС слабенький. Ну, во тьме. Плюс молчать. Давай, пати. А чё вы забыли в этой гильдии Гипсис вот это вот? Не знаю, я в этой гильдии не состою. Ты забавный, пожалуйста. Кроме кто же это, блядь, гильдия пидораса, нахуй? Денис, ты можешь материться, ты раздражаешь своим матом. Ты именно таким матом. Мне этот вар зашел в РК. Давайте бафы по вару по коту. Рыбу поставьте. Ставлю рыбу. Кому понравился рейд, ставьте плюс. Мне понравился с протопалом первый трай. Кому понравился шуман в этом? Не, шаман понравился на первой резке. Три раза умер в лезвиях. Бар, ты зашел в РК? Гостинки. Был, что мы не... Бар, ты во тьме дамажишь. Чек на пул. А можно отсчет на пул давать? Кто это спрашивает? Ну, когда я говорю все, все готовы, зависит от танка. ДК начинай. Смотрите на танк, как танк с пулю, так. ДК начинай, пул. Юзай банку быстроты. ДК, ты тут? Крашман. Меня слышно? Крашман. Сейчас был бы отсчет, все бы пулили, а танк состоять. Крашман, начинай. Классный отсчет был сейчас, да? Бафы. Я всем раздал кресты? Нет. На шаманах нет. Самое время раздать. Анкн, Акмы на семетку. Акмы, Анку. Стали в квадрат, побежали на тело. Никогда не стойте возле фрейма босса. Это чревато заболеванием организма вашего. Мы уже в рейде отошли, дал сакру. Все живы, кроме Серсея. Мизантроп подымай. Дальше метка. Давай, Серсея. Ради господа бога, встань и дамажь трэш. Дайте бафы по палу.
больше байров нет. Квадрат, встанем. Серсея метка, Серсея метка. Караул, Серсея. Господи, боже мой, посмотри, что она делает. Побежали метеор. Через хвост возвращайся. Ради Аллаха и Святого Духа. Ксакур пожми, протопал. Это ж лет. Это лужа, двойная лужа, блин. Магахульник, метка. Господи, просто на ниточке. Не стойте в лужах. Не убивайте мое сердце. Сука, каждый ваш вайп это 4 литра выпитого рева, блядь, ровно. Где я на себе? Бьем Халиона. База пошла. БДК, заходи. Рейд зашли. Видели, в одну секунду перевели. Инеры залили Анка. Эсфрис метку назад. Мингир, давай многоходовочку сделаем. Ты каплю на конуса, а я каплю на тебя. Оп. И все, забагалось. Конус теперь не получает урон. Машулечка, метка. Скажите, когда зайти. Заходите, заходите. Заходим. Богохольник, метка. Джоэл, сваноси метку назад. Ягер ССКД. Да, на КД. Повороте мне, если знаешь. Ирений Вал. Калипал. Хорошо. У Лудыники и хейлэйт рейд. Давайте, вышли все, это все. Ягер, выходи. Кокуля, Машека, выходи. Кахус. Рост в свет. Джоэл с метка. Эту метку у нас... Что там такое? Что случилось? Что ты мукаешь? Чё, блядь, гид читал? Побежали, метеор. Во тьме рост дали, свет бьем большого голема, мелкий мелкий трэш. Лужа в рейде. Караул. Пёр с метку назад. Осторожно с напулом. Менгира хилим. Большого голема играем. Леона пока не бьем, бьем только трэш. Машулька метка, Инея метка, Идея метка. Инея, блядь. Стали в квадрат, сейчас будет метеор, побежали. Бейте Халиона, дотайте. Смотрим лужи. Лужи текут в рейд. Даю сакру. Повороте метка. Серсея. Забыл про Серсея, извини. Дорогим. Уайс СДПР гимноману божественная клятву дал. Опа. Халиона доты. Добиваем большого голема. Халиона доты. Мелкий трэш бьем. Джилс, выноси метку. Менгир, метка. Далее квадрат. О, господи, сейчас будет метеор. И мы побежим. Побежим далеко-далеко. Правда? Побежали. Смог лужи. Лужа течет в рейд. Войт хил выноси метку. Повороте дубль 2 выноси. Повороте хилим ради Господа Бога нашего Создателя Земли. Стопайте по халёны, добивайте большого голема, дотайте халёны и добивайте мелкий трэш. Серсея метка, половинка метка.
Давай быстрее в темпе. Карта и спринты прожми. Кожу прожми. Стали в квадрат, сейчас будет метеор. Побежали. Дота тихо, Алена. Смотрим оружие. Нормально. Трэш идет к нам. Мизантроп, выноси метку. Конскюрю давай выноси. О, дал блан тебе, дал возложение, и ты же... Ёбана в рот, какого хуя вы падаете, я ж так и рейл. Сука. Ну какого хуя? Нехороший человек. Кто-то. Чё там, БДК словил парихаст? Это погано. ДК, ты ж не танчишь с этим? С Глоры. Ой, с двумя Митриусами, верно? Давайте последний исключительный супер трай. Поменяем просто шаманов местами, и мы убьем этого босса. Я вам гарантирую на 93%. Машека, ты с нами? Если только сразу, пожалуйста. Короче, ласт трай и потом... О, ластовый, просто ластовый трай. Даже если с пула все умирают, там... Тупо ластовый трай. Пуляйте босса, пуляйте босса. Не, сейчас не пуляйте. Бросайтесь быстрее. Кому это нужны вещи с этого босса? Да походу тут никому не нужны. Просто пать себе, по приколу. Весело. Кого мы одеваем, уже кикнули их нахуй все. Знаешь, Олег, у нас на работе женщина 60 лет говорит так: если в публичном доме дела не идут, нужно не кровати переставлять, нужно проституток менять. Я даже не знаю, у нас проблема совсем. Мы на улице живем, кровати нету. Да и вот хороший бонус. Пап, давайте, это был небольшой анекдот о повороте. Мы с Анкой местами меняемся? Да. Друг проклят. Каски нет. Сейчас каска зайдет, даст. Заебали сами хитки, нахуй. Вот я говорил. Все нормально, там волны не было по танку. Там вообще-то была волна, посмотри внимательно. А о чем мне БДК пишет, что волны нет? Я ты посмотри отчет. Давай посмотрим. У нее там волны, блин. Есть миллион. Волна. Так, атака 34 тысячи. Волна есть за... Ну, последняя волна 3 секунды, 3 целых. Да, этого линковали, была в конце волна. Сейчас линкольнули, ее почему-то нет. Нет. Перед только... быстриной была 15к. Алина, каску разбавай. Вот, ну, вот, да. Алина, солнце. Ну, дай. Видите, волна есть. Ну, чего вы мне и... пиздите тут? Так это волна за 3 секунды, за 3 секунды 75 сотых до смерти БДК, то есть... После этой волны ничего не было, было только щиток и быстрина. Понимаешь? Чек на пул. Посчитай, посмотри внимательно. Мазелла дал крест. 3 секунды. Дай лапу, пожалуйста. А как? Тут? Дал крест. Так, Серсея готов? Готов. Всякие там машулечки, Серсея кидайте, блядь. Крэшмен, начинай. Крэшмен, крэшмен, раздуплись, начинай, крэшмен. Слава Иисуса во веки веков, аминь. Ты начал. Флешки там попробуй покидать. Помолитесь Богу там, не знаю. Делайте что-то с этим. Каху, сметка, спринты. Диспелил, так хоп, и оп, нету дебафа, побежали. Лужи текут в рейд. Я даю саку, чтоб никто не умер. Как итог, никто не умирает. Фантастическая игра. Анка метка.
На идее отлетает из-за тебя, походу. Флинт в квадратике. Кружок бьем, четвертая пати. Уходим от фрейма босса. Джуэлс, отойди. Наноси метку, через хвост возвращайся. Метеорит, побежали. Смотрим лужи. Опять лужа. Давай, Мингер, сакру. Красава. Респект. Вот хельметка. На тебе тлающий огонь, друг мой. Это войдет в запись? Чё? Вот это, то, что я сказал. Добиваем. Давайте в Халёна больше дамаги. Урона мало. Добейте трэш. Заходи, Крэшман, прожми незыблемый, все, прожми, рейд, заходим. Метку ставлю на Войда. Бейте кружок. Ошибка, выноси метку. Большая лужа. Это господин. Ла-ла-ла. Что, блядь, было? Это баг. Это циркуль. Блядь. Был ластовый трай. Блядь, да пиздец какой, что за хуйня? Если Трисия скажет, типа, это не считается, братаны, я с вами пойду, не тройнем. Трисия не скажет так, потому что я иду спать, все, пиздец. Заебал, да давай еще. Бога, ВРС 25 гер, вас слот. Ваня, куда ты легнул? Ваня, сука. Ваня, заебал. Я хочу на рогу зайти, заебался на присте. Вот все, спасибо за это, не весело. А нахуй выливаете-то? Ну, Ваня, ну, Ваня, ты тут еще? Или все? Ваня, да Рог, пошли, рогу нашел. Ваня, коли ты здесь, я заебался там сидеть. Как, мем, ты, как в загашнике каком-то. Оставь на завтра, Олег, этот рейд. Заходи на БДК, я нахуй ты сразу. Да, блядь, завтра не будет ничего. Я во второй. Да все, Ваня ушел уже. Ваня все не убивать надо. Пока. Пока. Ну, я завтра 20:00 не буду. Спасибо, Маша. Да, мы не соберемся завтра. Чё, а что за, блядь, рейсы начались, пиздец? Да промосы сплошные. Ты говоришь? Да и рейсы голимые, игры какие-то начались, одни до проноса. Первые две рейсы было 4 трая, две рейски. Первые это две, да. Третья рейса до проноса, сейчас, блядь, тоже походу. Так, вообще, для справки, первую я, блядь, с первого трая убил, если чё. На самом. За часом две резки ебанули вроде. Всё, больше никаких кукуваси в рейде, протопалов. Как-то уголы, без убит. Анка, и Анка, ты не хилила волной исцеления танка. Может, не только я виновата, вот ты гонишь на шаманов, потому что они чисто должны хилить танка. Я хилила, ну а что делали, что делал Эрдру, допустим? Так я сейчас не, я не гоню тебе, я просто говорю, что... Меня что, не... я его не захилила волной, я на него по КД кастовала эту гребаную волну. Но ты сам понимаешь, то, что мне, чтобы скастовать волну, надо время. Тогда... Я тебе что, мы ментальный хил, что ли? Шамана держать не на БДК бесконечная, на бесконечная, бесконечная волна, бесконечная. Это задача еще... шамана. Я на нем кидала и щиты, и быстрину, и ПКД волной хилила. Плюс я не знаю, как это но... играть за шамана, отмазы, что ли. Что ты эрдру, чего не учитесь? Ты должна хилить чисто волной, все, я тебе поебать на это. Я цепуху убери вообще. Блять, у меня ее нету, я цепухой хилила. Я голос. Я просто, вы просто не понимаете мой основной посыл, который я хочу вам сказать. Вот. Его не хилило волной, я его хилила волной. Пока. Слушай, Анка, просто ты говори в следующий раз, что я не успела захилить, а не говори, что я хилила волной. Просто говори, нет, что не. Так, ну, не успела, это одно.
И то, что хилила на самом деле, блядь. Ты в рекаунт смотри, там миллион. Да, она волной нахуярила. Она волной хуярила. Вы, если не видите, что творится во тьме, пожалуйста, молчите. Меня уже просто заебало. Ну, вот, наверное, и вас тоже заебало вайбиться. Тупые слайки людей. Но это, блин, это не относится к данному моменту. Я понимаю, что куча слайки. Шамана и БДК. Я его хилила по КД волна, и быстрина на нем висела, и щит висел. Все, просто надо говорить, что не успел захилить. Да, тут... Олег, успокойся. Это вы... Я не знаю. Ну, я бы сказал, что это вина БДК. Ну, я не говорю, что он, наверное, не поймет Шаман это. Виноват. Я не говорю, что Рестер Шаман виноват. Вы просто неправильно меня понимаете. Просто сложно захилить танка, который умирает просто с двух атак. Давай посмотрим, что там. Хоть. Вот WhatsApp правильно говорит. Ну, ДК либо слабо напрягался, либо... Да, ну... Посмотрим, что... 60 тысяч, тем более, это, ну... Блять. Там, по идее, я как смотрел детали смерти, на нем крика не было. Потому что у него 100%, ну, то есть... По процентам, если смотреть, полученный урон 31 тысяча, и у него остается 48% хп. То есть у него меньше 60 тысяч хп было в этом трае. Как? Ну, вары, БДК 6500 с чем-то. То есть был бы у него крик на хп, он бы выжил в ту ситуацию. Ну, в одном бы какой-то из последних, которых линковали. А еще фласка на хп. Я не помню. Подожди, там было 31 и 34 два удара получены.